самое сложное завязано узлом. Вездесущие сражения между добром и злом. Главное, требуется понять, что хочется, что чем является и где что находится. В искусстве абсолютно нет никакой демократии. В всем протяжении своей писательской карьеры он убивал своих персонажей. Примите к нему меры. Возможно, он всего лишь кровожадный ублюдок, который сам того не замечал, потерял рассудок. В литературе нет доминирования никакой партии. Писатель выставляет границу. Хочет, чтобы было страшно перевернуть страницы. А для этого нужно показать с самого начала, что все всерьез, шутки кончились, читай сначала. Читатели не могут проголосовать за концовку. Не подкрутишь желаемую подтанцовку, подтасовку. Абсолютно нет никакой демократии. В литературе нет доминирования никакой партии.